Так, наш Максим почувствовал уже себя свободнее. Два больших льва, один из них вожак по кличке Чук, вес которого больше 300 килограммов. И вот Максим, пользуясь тем, что у него такое спокойное, сонливое состояние, безнаказанно сидит. Тут рядом брат его век, он дрыхнет. Ну, это все очень мнимое спокойствие. Спокойствие в один момент может превратиться в кучу гнева. Вот, но только не в парке Тайган. Вот, погладьте, Максим, одну руку туда, ага, вот так. Вторую на второго брата. Давайте, давайте. Вот так мы снимаем видео из парка Тайган. Максим гладит двух взрослых львов гривастых. Вот. Максим, какие ваши впечатления, ощущения? Ну, здесь прям поспокойнее. Сначала было так. Сначала страшно. Да. Потом привыкаете. Вот такой красивый лев у нас. Вот он. Гекал лапы поднимает. Хорошо, все хорошо. Все хорошо. Лежите, вы сидите, сидите. Не бойтесь, он на вас сейчас завалится. Сейчас я еще раз сделаю. Такая удача, такие кады. Все хорошо. Ай, зубы, ай, зубы. Чука! Чук! На! На там. На там. О, вот так, во-во. На. Молодец. Есть, да. Все, Чуки, хорошие, хорошие. Не можно так делать. А брат даже не поднялся. Что-то Марселя не видно, где там. Весь в любви. Угу. Чука. Марселя где-то тоже делает. Которого там были, был? Не-не-не, тот чип был. И там на камешке. Максим видел. Большой, гривастый, где такой. Деда там держится с братьями, с Чуком и Геком. Она знает, кто здесь самый главный. Ты мне не нравишься, поэтому. И вы? Они снимают отношения. Давай. Природа. В зависимости от времени года, от времени дня, там, самки в охоте, голодные, не голодные. Обычно, что там один вожак, да, и... Ну, вот этот Чук, он вообще командует всеми, но чувствую, что скоро потеряет позиции. Да, есть более мощный лев, с мощной гривой, вот, который уже из него прайда отбивает самок. Прайд, тут два прайда сидит. Так что Марсель может будет претендовать на лидерство, на место вожака. Это уже что-то значит, что у нас будет сам вожак. Начинается все заранее. Что-то, наверное, упало. Люди машут руками.
тысяча упало, рублей. То упало. Заберите сами, если хотите. У нас была возможность, мы подумали, что штраф будет больше. Это да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вот я выйду сейчас. А где вы будете? А вот там выйду. Что ж вы махали с тысячной купюрой? Да ничего, как будто бутылка воды упала, у кого-то тысяча рублей. Это вам повезло крупно, на тысячу рублей. Ну как-то да. Он признал хозяина ведра, здравствуйте. Сделали два видика. Покажи, опа. Спасибо большое. Пожалуйста. Смекалка работает. Пожалуйста. А тигры с рвами нормально, да? Если с детства растут, то нормально. А если вот взрослыми посадить, конечно, убьют. Кого больше, те и убьют. Это бет? А теперь обзавидуются. Вот такая поездка была сегодня у Максима. Ну как вам? Отлично, отлично. Рад, что решились, да? Все же вы.